Всем привет, с вами Юлия Crazy Nails, и в этом видео я вам покажу дизайн, который посвящен празднику Хэллоуин. За 3 года на моем канале это первый дизайн на эту тематику. Многие просили в прошлом, в позапрошлом году, я все отнекивалась и отнекивалась, но в этом году уже отнекиваться нельзя, поэтому ловите мастер-класс. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, и рядом с подпиской нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых видео. Для выполнения этого дизайна нам понадобится 3 цвета от торговой марки InGarden. Ярко-оранжевый 137, неоновый желтый 135 и классический черный под номером 28. Продукцию от InGarden я заказывала на сайте InCosmetic. Сейчас там, кстати, действует очень выгодная акция 3+1 на гель-лаки этой фирмы. Ссылку для заказа и подробную информацию я оставлю в описании под видео. Берем оранжевый гель-лак и закрашиваем контур типсы. Не просушивая оранжевый цвет, добавляем ярко-желтый. И можем немножечко между собой растушевать. Вот так и оставляем. Здесь идеальной растушевки добиваться абсолютно не нужно. Тушим. Дальше нам понадобится уже черный гель-лак, которым мы также будем обводить контур и растушевывать. И теперь растушевываем границу. Просушиваем. Дальше черный контур по бокам мы можем продублировать. Это же все-таки праздник Хэллоуин. Чем мрачнее, тем интереснее и страшнее. Тут уже растушевывать ничего не нужно. После просушки я беру черную гель-краску от InGarden, она без липкого слоя, и рисуем сам дизайн. Вы можете здесь нарисовать могилы, какую-то церковь, летучих мышей, луну, тыкву. В общем, все, что связано с тематикой Хэллоуина. И давайте этот вариант перекроем матовым топом также от InGarden. И вот вы видите 2 готовых варианта к празднику Хэллоуин. Очень здорово будет все ногти перекрыть черным и несколько ногтей выделить вот таким дизайном. Если ты хочешь следить за мной в других соцсетях, ссылочки ты найдешь в описании под видео. Ну а я всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!